Очередная посылка из Китая дошла за 21 день с момента заказа. Продавец отправил на следующий день. И здесь у нас перманентный маркер. И здесь у нас написано тоже. Маркер пен оценил продавец 57 центов. 50 центов, по-моему, он и стоил. Но сейчас не об этом. Посмотрите, какая хрень творится сейчас на Укрпочте. Можно сказать, вторая подряд посылка, которая пришла мне вскрытая. Вот так вот пытались тут вскрыть тоже аккуратненько, как посылку с патроном и вилкой. Но что-то у них здесь вот пошло не то. И они вот так вот тупо взяли, заклеили скотчем. Тут даже и не старались, чтобы аккуратненько что-то было. Надеюсь, здесь маркер новый, который мне отослал продавец. А не почтальон свой старый положил. Но хорошо заклеил и дальше послал. Потому что вот мне на данный момент сейчас 4 посылки, которые уже больше месяца не отбиваются с момента того, что улетели в страну получателя. Вот так вот сейчас Укрпочта тырит посылки. И более того скажу, не только бестрековые они крадут, они крадут даже трековые. У меня шла дорогая посылка трековая. Трекаться должна была до самого дома. Прилетела в Украину, прошла таможню. На центральный ЦОП поступила киевский. И с этого киевского ЦОПа по треку якобы поехала на мой областной ЦОП. Но не доехала она по дороге. Где-то кто-то ей приделал ноги из сотрудников Укрпочты. А возможно даже на самом ЦОПе, на моем областном, приделали ноги. Но прикол в том, что там заявление написал. Уже прошло больше 3 недель после того, как я заявление на розыск подал, но ни хрена ничего мне никто не звонит. Я думаю, что не позвонит. Чем эта вся история закончится, я запилю, конечно, видос, потому что это уже беспредел полный. Мало того, что бестрековые тырят, так они еще начали и трековые посылки тырить на Укрпочте. Это что-то с чем-то. И получается, что на данный момент самая нормальная доставка — это через новую почту. Как ни странно звучало это от меня, да? Я говорю, что новая почта — самая нормальная доставка. Если вы посмотрите видосы там 17-18 года, да и даже прошлого года, как я бомблю на новую почту, сейчас доставка через нее самая надежная и самая быстрая. Ну, правда, им понадобилось 4 года, но все же. А вот Укрпочта, любимая родная, очень меня расстроила. Ну, это что такое, блин, ну это пипец полный. Да. Ладненько, давайте вскроем и посмотрим, маркер-то новый у нас. Или какой-то бэушный мне тут подсунула Укрпочта. Ну, этикеточка как бы новый, да? Но сам маркер я не помню. Ни хрена себе, а что такое, молотком забивали или что? Какой-то потекший. Так, должно быть, давайте порисуем что-нибудь. Ну, как бы рисует. Ну, как-то вот расплывается все, видите, жин, и разъезжается все. На вид, по-моему, не такой, как я заказывал. Да, на вид совсем не такой, как я заказывал. 700 на нем нарисовано, как и на моем. А вот иероглифы не такие. Здесь вот еще сбоку должны быть полосочки. Такие 3 штучки. Но на вид как бы новый. Может, продавец такой отправил, я не знаю. А может, поменяли. После вот вскрытия ХЗ. И вот, видите, он блестит. Я не знаю, на камеру, наверное, не сильно видно. Но вот тут вот здесь вот влажный он. Вот здесь вот. Какого-то хрена. И расплывается как-то, видите, вот. Нарисовал такое впечатление, как ее заправили какой-то хероборой. И потом мне его отправили. Вот мой старый. И он рисует черней. Хотя он уже практически не рисует. Вот видите. Но почерней будет. Это какой-то такой вот как заправленный. Странно очень. И тут что-то как-то расплывчатое. Короче, что-то не то с этим маркером. Ну да ладно, рисует пока не рисует. Посмотрим, насколько мне его хватит. Давайте что-нибудь позакрашиваем. Нормально. Закрашивать можно адрес. Ну, теперь давайте расскажу для тех, у кого возник вопрос, нахрена ты маркер заказал с Китая? Можно ж было пойти в любой ближайший магазин и купить там себе маркер. Чё за дичь? Есть такие товарищи, которые такие комментарии оставляют. Так вот, чтобы не оставляли такие комментарии, сразу скажу, нафига я купил себе маркер в Китае. Я, в принципе, рассказывал, когда я покупал вот этот маркер.
А, кстати, побольше так-то будет, да? Угу. Так вот, когда я покупал этот маркер, видось, я варил, нахрена я его купил в Китае, а не в магазине. А купил его в Китае, потому что вот есть у меня вот такой вот маркер, до сих пор валяется, который был куплен в магазине. И этот маркер не из дешевых. Этот маркер Чехия, вся фигня, вот смотрите, 85. В магазине хвалили, да вы чё, это ж Чехия, это не Китай, это качество. И его мне хватило буквально на полгода, этого не Китая. Вот. А в Китае, который я заказал, вот этот, хватило его на 3 года. Вот так вот. Чехия и Китай. А почему так? А потому что вот этот вот маркер, он неизвестно сколько валялся в самой Чехии на складе. Пока потом его привезли в Украину, он у поставщика в оптово, неизвестно сколько на складе валялся. И неизвестно сколько он был в кладовке в этого магазина, пока я его купил. А этот вот маркер я купил напрямую у китайца, и он если лежал там на складе, то не очень долго. Поэтому вот его и хватило на 3 года, а вот этого вот всего-навсего на полгода. Ну правда по размерам он чуть-чуть больше. Потолще. А этот вообще самый маленький. Ну что-то я же говорю, что-то какое-то подозрение у меня. А, смотрите, в чем прикол. А крышечки-то у нас-то и нету. Вот, видите? И должна быть крышечка. А где наша крышечка? Вот такая вот. Или вот такая вот. А крышечки у нас нет. А нахрена кому-то надо было крышечка? Я не знаю. Вот тот, что вот такой вот он у меня еще и разобранный пришел. Какой-то поцарапанный. Я же говорю, возможно, это бэушный какой-то мне подсунули, а новый с тырили. Вот такая вот, сука, Укрпочта у нас сейчас. Да, скурвилось, что пипец. Это ж он, наверное, так рисует, что это старый заправленный мне подсунули. Вот мудилы, да, с Нижнего Тагила. Ну что, ни хрена не поделаю. Вот так вот поступает Укрпочта с бестрековыми посылками, да и с трековыми тоже. Вообще жесть. Теперь, блин, аж страшно заказывать в Китае то, что может быть вот такой вот прикол, или вообще посылку могут стырить запросто. Дорогую, которая трекается. Пипец, короче. На этом, в принципе, как бы все. Ссылку на маркер оставлю. Возможно, вам дойдет и будет все нормально, и у вас не стырит почтальонный маркер. Маркер недорогой, там стоит что-то около 20 гривен. Кто хочет себе такой маркер, переходите по ссылке под видео, заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео.